размер двухлетних сеянцев хвойных растений. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы рассмотрим, какой размер имеют сеянцы хвойных на примере ели голубой и туи колонны. Так, уважаемые друзья, рассмотрим на примере двухлетки, какая она бывает, рост ее. Когда она растет в грядке, она растет примерно из 10 штук одна вот такая, то есть большая, высокая. Здесь 15 сантиметров одна. 5 штук. Вот таких по 10 сантиметров. Но если брать от корневой шейки, то 10-11 сантиметров. 5 штук. И 4 штуки вот таких. Здесь одна штука. А вот это не двухлетка, я сразу предупреждаю, вот это не двухлетка. Я потом скажу об этом сеянце. Смотрите, когда выкапывается ель, одна получается у нас двухлетний сеянец, где-то примерно 15 сантиметров, из 10 штук, 5 штук, 10 сантиметров, которую мы отправляем в основном, ну, мы отправляем там побольше. Потом и 4 штуки остается мелкой. А эта ель, даже не буду попозже, сейчас расскажу, это однолетка. Вот это все двухлетка, а это однолетка. Теперь по туи. По туи то же самое. Вот это двухлетка. Но туя тут половина на половину. То есть из 5 где-то 5 по 12 сантиметров. А остальное все по 7, по 8. Хотя у нас на сайте написано, что продается именно вот такая туя. И мы сажаем такую тую, поймите. И здесь их по 5 штук из 10. Это 5 штук. И это 5 штук. Почему она такая разная? Да потому что, ну... Вы поймите, люди разные. Семена вы хотите, чтобы все одинаково росли. И во-вторых, одни раньше всходят семена, вторые чуть позже. Поэтому это забивает эту, это забивает эту. То есть свет не одинаково падает. На эту больше она, естественно, больше будет расти, на такую больше. Ну, таких очень мало у нас. Если с 10 тысяч, их сами посчитайте. Очень мало их уходит. Их надо перебирать. Постоянно перебираем. Туя колоновидная колонна, конечно, тут, видите, мы отправляем, естественно, такую. Где-то можем довесок положить вот такую. Ну, еще есть чуть подлиннее, но это я такие более-менее средние тоже саженцы выбрал. Поэтому, но это все двухлетка. Однолетка у нас вот. Вот однолетка. Это однолетка. Поэтому сравнивать с двухлеткой. Хотя и такая двухлетка бывает. И такая вот бывает трехлетка. И смотрите, вот она кривая. Вы не переживайте, с ней ничего не будет. Сажаем так. Где-то так. Она пойдет. Последний ярус у ели будет примерно по ее первую почку. Вот он. Первые почки в боковые. Это будет ярус. Сколько здесь сантиметров? Сейчас посчитаем. От посадки, ну, где-то примерно, ну, да, 10 сантиметров. Ну, и представьте, когда будет большое дерево высокое, первый ярус снизу пойдет у вас в районе 10 сантиметров. Только, то есть, она почти на земле будет. Вы не думайте, что это верхушка, это низ. Вы представляете ее через 10 лет.